Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Jabihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Pijana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Pijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanacharya Tira Vanacharya Yamuna Tira Vanacharya Tira Vanacharya Jayo Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Pijana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Ranjana Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Ол, Хари Бол,
Нитай Гора Хари Бол. Шри Хари Нам Санкиртанья Хикича, Шива Прабхатича, Нитай Гора Премананды. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Васудевая. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 7 песня, 14 глава, 24 текст. Так? Тайте шия сахкала, тайте шия сахкала, ни нам шио и варданах, нам шио и варданах, курят сарватма найтешу, от сарватма найтешу, шио могам татаюшах, шио могам татаюшах, тайте шия сахкала. Тайте шия сахкала, нринам шио и варданах, нам шио и варданах, курьяцам рватма найтешу, курьяцам рватма найтешу, шио могам татаюшах, шио могам татаюшах. Пробуй, пожалуйста. Тайте шея сахкала, нинам шио и варданах, курят сарватма найтешу, шио могам тадаюшах. Матыш, пожалуйста. Тайте шея сахкала, нинам шио и варданах, курят сарватма найтешу, шио могам татаюшах. Каждый из этих дней считается необычайно благоприятным для людей. В такие дни человек должен совершать всевозможные ритуалы и обряды. Тогда его короткая жизнь увенчается успехом. Комментарий. Тот, кто в процессе естественной эволюции обрел жизнь в человеческом теле, должен теперь позаботиться о своем дальнейшем развитии. В Бхагавад-гите 9.25 говорится: «Янти дева врата диван». Поклоняясь полубогам, человек достигает их планет. «Янти мат яджину пимам». А преданно служа Господу, он возвращается домой к Богу. Человек должен заниматься той деятельностью, которая позволит ему обрести высшее благо, вернуться домой в царство Бога. Разумеется, преданное служение не зависит от материальных обстоятельств. Агайтуки, апратихата. Но тем, кто занимается кармической и материальной деятельностью, чрезвычайно полезно знать упомянутые в этих стихах дни и периоды. Конец комментария. О, Магьянати Мирандасья, Кинажала Шалакая, Чакшурун Миритам, Янатасмай, Шигураве Намага, Шичайтанья Мано, Биштам, Ставитам, Яна Бутале, Своям Рупа, Канамайям, Дадати, Свападандигам, Шеши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шиядвайта, Гададхара, Шивасади, Гора, Бхакта, Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Итак, мы здесь продолжаем читать о благоприятной кармической деятельности, и также, то есть, которая заключается в проведениях всяких всевозможных ритуалов и обрядов. И здесь говорится в стихе о том, что дни еще, то есть есть благоприятные дни.
да, то есть необычайно благоприятный для людей, вот, ну, чтобы совершать эти обряды и ритуалы. Вот, то есть это говорится, об этом говорится в стихе Шримад-Бхагаватам, и в комментарии Шрила Прабхупад говорит, оно нам 100 лет не надо. Понимаете? То есть то, о чем говорит Шрила Прабхупад, говорит. То есть, потому что он говорит, что тот, кто занимается преданно, разумеется, он говорит, преданное служение не зависит от материальных обстоятельств, то есть не зависит от того, хороший день, плохой день, как бы, да? То есть для преданного все дни хорошие, все дни благоприятные, он, потому что он поклоняется Господу. Но дальше Шрила Прабхупада говорит, что ну, для тех, кто занимается кармической деятельностью, вот, материальной деятельностью, кармической материальной деятельностью, чрезвычайно полезно узнать упомянутые в этих стихах дни и периоды. Вот, то есть мы должны понимать, что по мере того, как распространяется ведическое знание в странах, по мере того, как идут годы, присоединяются люди к этому движению, они получают эту идею чистого преданного служения от Шрилы Прабхупады. Но не все, как у не всех получается. Да? Поэтому люди немножко съезжают на какой-то материальный уровень, практикуют на этом уровне. Вот, и поэтому для них это важно становится. Я помню, в 90-е годы мы понятия не имели, что такое Акшая Тритья. Короче, да, это, по-моему, вот этот день, там, да, там, какой-то там самый благоприятный день. Вообще даже не знали. А сейчас вот уже это как бы там раз, там, если что, на Фейсбуке, там, знаете, преданные там, вот, преданные там. Шади, третья, это круто, то есть, ну, поузнавали, как бы, то есть, это вот благоприятный день для тех людей, которые занимаются ритуалистической, кармической деятельностью, и, ну, в принципе, в этом нету ничего такого плохого, потому что, ну, до тех пор, пока это не делает в нашем сознании подмену, понимаете, то есть, потому что может произойти подмена. Мы можем воспринимать кармическую деятельность, которой мы занимаемся из-за своей обусловленности и так далее. Вот это и есть преданное служение. Потому что оно как-то вот легко совершается. Говорится, что преданное служение же легко должно совершаться. Понимаете? Вот. Оно радостно, да. И мы, находясь на материальном уровне, мы можем жить как бы с чувственными наслаждениями, заниматься кармической деятельностью. И говорит, что вот так вот это вот оно, и людей это привлекает. Смотрите, люди привлекаются. Понимаете? Вот так, значит, это и есть преданное служение, понимаете? А тут какой-то фанатизм, какие-то непонятные, как бы, слишком строгие вот эти все там правила, там, это не наш уровень, там, и так далее. И понимаете, мы тогда можем, как сказать, ну, у нас может произойти смена понятий, да, то есть смена ценностей. То есть чистое преданное служение это будет фанатизм, а обрядовая кармическая деятельность вот это вот то, что надо. Это оно, короче, понимаете. Потому что и люди как бы все понимают, и мы их не отталкиваем проповедью о важности следовать 4 регулирующим принципам, особенно 4-му принципу, понимаете, потому что это шокирует, люди же не могут, понимаете, это же природа, как же ж так. Понимаете, а мы же должны же людей под это самое, ну, Шрила Прабхупада подтягивать, да, то есть. Но Шрила Прабхупада объяснял, что нам много людей не надо. Нам люди нужны те, которые хотят вернуться обратно домой к Богу. Понимаете? Когда с ним разговаривали о том, а давайте упростим 4-й регулирующий принцип, вот, и у нас будет столько последователей, столько денег, столько возможностей, деньги дадут нам возможности для проповеди, там, да, это. Вот. И Шрила Прабхупада понимал все эти опасности, как майя тонко может нас под, как сказать, влиянием, так сказать, возвышенных и великих этих лозунгов спасения всех падших душ, мы можем просто превратиться в организацию карми просто, да, то есть индуизм, то есть выродиться в индуизм. Поэтому то есть очень важно, чтобы был вот этот вот баланс. То есть должны быть люди, которые практикуют на уровне чистого преданного служения, бхакти-йогу, трансценденталисты. Вот, они вдохновляют всех остальных.
и своим примером, и своей проповедью. Да, то есть они подчеркивают важность этого, этой деятельности. И именно в преданном служении. И они могут, как сказать, даже пренебрежительно высказываться, ну, в адрес, то есть вот этих вот ритуалов там и так далее, что-то там ерунда, это не важно. Вот. И мы как бы должны, то есть если у нас не получается жить на уровне духовном, да, трансцендентном, то есть мы не должны, как сказать, противопоставлять себя, то есть мы должны занимать смиренную позицию и говорить, да, ну вот мы как бы пока так не можем, вот, без иронии, там, без сарказма, знаете, то есть да, мы не можем, поэтому мы вот пока так занимаемся, потому что это также благоприятно для нашего духовного развития. Здесь Шрила Прабхупада, он и вообще в целом развитие, может, это еще не духовное развитие, но это развитие. Да. Здесь Шрила Прабхупада вначале пишет, что тот, кто в процессе естественной эволюции обрел в человеческом теле, обрел жизнь в человеческом теле, должен терпеть позаботиться о своем дальнейшем развитии. Да. И мы говорим, да, мы понимаем, что вот мы хотим развиваться, но пока вот на трансцендентный уровень как-то вот, ну, тяжеловато, как бы, да, это не, ну, вот мы не будем, поэтому мы вот нас больше привлекает, мы хотели бы так действовать, вот. Ну, тогда окей, да, то есть и мы как бы мы оказываем почтение, да, то есть этим более высшим наставлением, которое дальше Шрила Прабхупада приводит, сарват гарман паритеджа, там, оставь все виды дхармы, просто предайся мне. Мы этому оказываем почтение, и мы внутренне, да, там, стремимся, что может быть не в этой, может быть в следующей жизни мы сможем следовать этому наставлению Господа, да, то есть этим наставлением вед. Вот, и на уровне чистого преданного служения предаваться. Вот. Но здесь Шрила Прабхупада, он говорит, что человек должен позаботиться о своем дальнейшем развитии. Вот. И он говорит, что надо сразу, то есть он упоминает, что в 9.25 говорится, что надо поклоняться полубогам. Вот. Но тот, кто поклоняется полубогам, то есть совершая вот эти ритуалистические жертвоприношения, он достигнет планет полубогов. Вот. А преданный служа Господу, он вернется к Господу. И поэтому дальше Шрила Прабхупада делает вывод, что человек должен заниматься той деятельностью, которая позволит ему обрести высшее благо, вернуться домой в Царство Бога, то есть самое высшее благо. Не тратить время на вот эти вот подготовительные, там, понимаете, потому что жизнь короткая. Мы можем там двигать, короче, понимаете, постепенно, ну, чтобы, как сказать, чтобы у нас как можно меньше было в духовной жизни, так сказать, этого, как это называется, ну, в общем, стресса, да, такого, вот, аскезы, да. То есть мы можем двигать постепенно, да, вот, созревать, там, подходить, вот, но жизнь кали-югу, да, короткая, понимаете, и мы просто не успеем, а в следующей жизни Бог его знает, как нас там закрутит, вот. Поэтому Шрила Прабхупада, он дает сразу, и Господь Чайтанья, он дает сразу нам, понимаете, поэтому он дает такой могущественный метод, что он позволяет нам очень быстро, понимаете, достичь этой сатвагуны, да, там, утвердиться в ней, там, и т.д. и т.п. Быстро. Просто нужно это принять, то есть без вот этих всех остальных предварительных, так сказать, процессов, которые рекомендуются для материалистичных людей, то есть для карми в ведическом знании, то есть в священных писаниях. И вот это вот мы должны понимать, ориентироваться и не считать это фанатизмом, потому что тогда это как бы, потому что фанатизм же это то, что надо отвергнуть, понимаете. Ну, вот. Но если преданные проявляют серьезность и энтузиазм в преданном служении, пытаясь как бы, так сказать, двигаться в этом направлении, то мы не должны это называть фанатизмом, потому что фанатизм – это ты, когда ты, например, в что-то веришь, там, чему-то следуешь, но не понимаешь это, не знаешь это.
ты просто вот, ну, лоб сморщил и пхнешь. Вот, вот это фанатизм. Да. Но если мы понимаем, если мы знаем, то есть если у нас есть подтверждение от Шрилы Прабхупады, что он говорит, что как его, подобно металлу, который от соприкосновения с камнем щитам, они превращаются в золото, точно так же человек самого низшего происхождения, любого происхождения. То есть если он захочет, то есть если у него, он как бы, а что значит низшее происхождение? Это значит, у вас карма такая, у вас там планеты так стоят, понимаете, вот это вся вот это, короче. Да. Вот. Но он, Шрила Прабхупада говорит, если вы захотите, то есть если у вас есть желание, потому что у души есть желание, и душа, она определяет, какая будет ее жизнь, как бы, да, то, предавшись чистому преданному, то есть от соприкосновения, то есть от общения, через общение с чистым преданным, то есть человек самого низшего происхождения может стать браманом и достичь духовных вершин, то есть духовного совершенства, превзойти даже уровень брамана. То есть не надо постепенно. Потому что это признак индуизма. Индуизм – это постепенно. Понимаете? Что они говорят, невозможно. Если вы не получили тело брамана, то вы не можете сразу, как бы, вот, то есть это как бы искусственно, это фанатизм. То есть вы не можете сразу там стать браманом. Потому что у вас тело такое, у вас природа такая, у вас планеты там стоят, и все. Вы там, это значит, что у вас какой-то был бэкграунд, то есть прошлое у вас, прошлой жизни, вы уже это наработали, только тело, то есть вы, короче, черти, короче, да, ну, и все. И вы не можете сразу из князя, из грязи в князя, да, то есть не можете просто. Поэтому вы должны постепенно, принимая те какие-то там правила, вот, которые вы можете, там, чему вы можете следовать, вот, без более-менее без напряга, то есть не рвать, так сказать, пуп и так далее. И тогда вот вы там в следующей жизни вы получите такое, там, лучшее тело, там, или, ну так вот. Вот. Они объясняли это. Но Шрила Прабхупада, он основываясь, то есть это не его как бы такая выдумка, то есть основываясь на шастрах, основываясь там Санатана Госвами, это он как бы эти все представления он разбивал, как бы разрушал. Вот, хотя ему можно обвинить, что да, вот разбивал, отдавал саньясу, и пацаны молодые попадали. Видите, природа их не такая, он ничего. Но не все попадали, понимаете, да, то есть, ну, понятно, что дел есть всегда риск. Когда сорвать гарман притяжа, то есть как бы это риск, но кто не рискует, тот не возвращается в духовное, это даже не так, не становится возлюбленным Господом. Да. Господь, он любит людей, которые ради него готовы на многое, да, на все. Даже на сарвадарман паритяжа. Вот, да. Поэтому то есть у нас должен быть баланс. Вот. Но в то же время, то есть люди, которые чувствуют, что они не тянут на этот уровень, и им более комфортно на материальном уровне, вот, то есть они еще привязаны к чувственным наслаждениям, не собираются от них отказываться. То есть, идти этим путем, как бы, да, баджанакрии, анартханиврити, да. Вот. То есть мы их тоже не отвергаем, то есть, чтобы они там не уходили никуда, там, в христианство или еще куда-то. Вот. Или просто в материальную жизнь. То есть мы их занимаем, то есть, вот этими различными видами деятельности. И, то есть в этом постепенном пути развития. Вот. Но тут вот я же говорю, что должен быть баланс. То есть вот эти люди, они должны понимать свое положение, свой уровень и не бросать вызов, потому что тогда может выродиться движение. А тенденция к этому есть, всегда есть. Это было в христианстве, помните, когда первые христиане были вегетарианцы, там какой-то там царь, короче, я уже там не помню точно, ну примерно, он принял христианство, и ему хотелось мясо есть, продолжать. Вот. И он, короче, даже в Варфоломеевскую ночь там вот это, всем объявил, что это, короче,
неправильно, все это фанатизм. Иисус Христос никогда не призывал нас не есть мясо. Ну, я так утрирую немножко, но в этом суть, как бы, да. Вот. И что мы должны быть попроще, как бы, да, потому что мы все равно грешные, и надо все равно грешить и зависеть, и продолжать зависеть от Господа, от Его милости. Потому что Господь, Он очень милостив, да. И, ну, есть, ну, и они до сих пор там, этот, как его, папа Римский, вчера Тулосивала Бхапрабху нам цитировал папу Римского, что он говорил, что надо зависеть от Господа. Но для того, чтобы зависеть от Господа, то есть человек, в чем эта зависимость проявляется? Что человек принимает авторитетный духовный процесс. Потому что если человек не принимает авторитетный духовный процесс, не находит его, не может никак найти, понимаете? Вот. Это значит, что он просто неискренен, и Господь его не направляет из сердца к авторитетному духовному процессу. И если человек неискренний, то он не может вообще зависеть от Господа. Господь с ним просто не взаимодействует. Он может себе там думать, что я завишу от Господа. Гитлер тоже думал, что я завишу от Господа. Вот. Сейчас вот пойду атеистов, этих как бы, коммунистов, так сказать, строить, там, да, учить их Бога уважать и поклоняться Ему. Да. Вот. И мне Господь по-любому поможет. То есть он был уверен в этом. Вот. Но Господь с этими людьми не взаимодействует. Он говорит об этом в Бхагавад-гите. Кришна говорит, от этих невежд, глупцов и невежд, я скрыт моей ну, вот этой энергией Йога-майя. Это значит, что он их не слышит вообще. Ну, то есть не обращают внимания на все эти, короче, попытки зависеть от него. Потому что они не искренни. Вот. Здесь вот есть из Чайтанья Чаритамриты, здесь Шрила Прабхупада объясняет. Когда Господь Чайтанья встретился с этим самым, такие были вайшнавы падханы, они это как бы мусульмане были, и они встретились с Господом Чайтаньей, и потом они стали преданными, общаясь с ним. И там Господь Чайтанья, он беседовал с лидером этих мусульман, который считался там авторитетом духовным каким-то. Вот. И вот небольшая, то есть, цитата из Чайтанья Чаритамриты. Там говорится, то есть, когда они беседовали, там говорится, этот человек пытался, опираясь на Коран, представить абсолютную истину как безличный брахман. Но Шри Чайтанья Махапрабху опроверг все его доводы. Какие бы аргументы тут ни приводил, Господь Чайтанья полностью опровергал их, пока ошеломленный мусульманин не замолчал. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Коран действительно провозглашает философию имперсонализма. Однако в конце опровергает ее, утверждает, что Бог – это личность. Коран признает, что, конечно, в счете Бог один, Он исполнен всех достояний, и тело у Него темного цвета. Комментарий Шрилы Прабхупады. Священным писанием мусульман является Коран. Есть одна мусульманская сампрадая, представители которой называют себя суфиями, и которых обычно считают очень такими из мусульман выделяющимися, что они такие святые. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, что суфии придерживаются философии имперсонализма. Они считают, что живое существо тождественно абсолютной истины. Их девиз – это «аналагак». Сампрадая суфиев, несомненно, ведет начало от имперсоналистов, последователей Шанкарачарьи. И поэтому мы тут их, ну, сильно особо цитировать не должны, понимаете, там может быть много мудрости, но мы, то есть наша философия, она намного ближе к истине, да, то есть, или если это так мягко сказать, вот. И дальше здесь говорится также в этой же главе, в этой же истории, тоже интересный стих.
Так Господь Чайтанья Махапрабху проводил свои лилы, придя на запад Индии. Он осчастливил яванов и млечхов. Комментарий. Слово явана означает мясоед. Любой, кто принадлежит к числу мясоедов, считается яваной. А того, кто не следует с должной, строгостью заповедям вед, именуют млечхой. То есть он ведом следует, но тоже мясо жрет. Это млечха. А кто-то вообще, короче, да, про веды не знает, это явана. Эти названия не относятся к какой-то прослойке общества. Млечхой или яваной может быть даже тот, кто родился в семье брахманов. То есть это может быть священник, там, мула какой-то, да, брахман в Индии, поп христианский, папа римский или еще кто-то. Вот. То есть млечхой или яваной может быть даже тот, кто родился в семье брахманов, кшатрий, ваш или шудр. Если он недостаточно строго следует ведическим заповедям, или если он ест мясо. Ну и все. Вот такая вся там святость. Это по поводу там, матери Терезы, которая святая была. То есть мы как бы не различаем. Для нас все, то есть в Индии, по всему миру, в любых местах, если люди едят мясо, там ни о какой святости вообще быть не может, речи не идет. Это материалисты, млечхи и яваны, причем очень низкого уровня. Вот. И я еще хотел вспомнить тоже, потому что да, так или иначе, это важно. То есть у нас есть часть, ну как бы определенная ритуалистичность. И ритуалы, они сами по себе, они также помогают очиститься живым существам от влияния низших гун природы. Поэтому, ну, или возвыситься до сатвы. Поэтому ритуалы, они также имеют место в нашей духовной практике. Вот, ну, это возвращаясь, в принципе, к тому, что мы уже обсуждали вначале. Вот, но мы вот это, то есть у нас должен быть вот это понимание, правильный баланс. Вот. И Шрила Прабхупада объясняет это. Есть комментарий, я вот ее хотел найти его, все мне, я вроде бы его себе помечал, но, короче, не нашел. Там комментарии, где Шрила, и тоже Чайтанья Чаритамрита, где Шрила Прабхупада, он рассказывает об установлении божеств Кришна Баларамы, Радха Шьяма Сундары и Гурнитаи во Вриндаване. Вот. И он говорит, мы, говорит, пригласили вот этих брахманов местных, чтобы они провели вот эти надлежащие ритуалы. И это ритуалы из ведических знаний, все, ну, все как бы авторитетно, все четко. Вот. Ну, провели эти ритуалы для установления божеств. Но по моему, говорит, глубокому убеждению, что типа, мы, настоящая церемония установления произошла благодаря тому, что наши преданные воспевали киртан, короче, да. То есть именно. А ритуалы, говорит, мы провели для материалистов, для материалистичных людей, ну, этих жителей, которые живут там во Вриндаване, чтобы они как бы признали, что это вот авторитетный храм, что божества здесь как бы присутствуют. Но на самом деле, говорит, да, он еще пишет там, на самом деле достаточно было бы киртана. То есть вот это просто Шрила Прабхупада, понимаете, хотя на самом деле сам Шрила Прабхупада, когда он и в Лондоне, и в Америке, там в разных местах, и в Париже, когда он устанавливал божества, он тоже проводил все эти церемонии, понимаете? Но почему он так вот раз, и как бы, потому что он дает нам вот этот вот акцент, понимаете? Чтобы мы понимали, что действительно, что первично, потому что это эра Господа Чайтани, да, то есть это Калиюга. Здесь все... Мы должны понимать, как работает, то есть святое имя, оно выше. В Кали-Югу все эти ритуалы и так далее, они, во-первых, что плохо работают, вот. Во-вторых, что даже если они хорошо работают, все равно вот этот процесс санкиртаны, благословенный Господом Чайтани, он как бы совершенный метод, он все вопросы решает. Он как бы, да, его можно использовать. Ну, вот как бы для всего, как этот
стих, да, в Бхагавадгите, что если у вас есть огромный резервуар воды, зачем вам вода, короче, из колодца? Но если мы обращаемся, идем к колодцу, то это значит, мы подобны ослу или корове. То есть это глупость, другими словами. Да? То есть, если мы, имея большой резервуар воды, обращаемся к колодцу, это значит, мы не понимаем, что выше, что важнее, что могущественнее, ну, как бы, да, что нет. Вот. И поэтому это, как сказать, ну, не привлекательно. Да? То есть Кришне тоже не нравится. Даже смиренные, но глупцы. Если даже они смиренные. Вот. Поэтому мы обращаем внимание на вот это настроение, которое задает нам Шрила Прабхупада, который показывает нам, что первично, что важнее. И по поводу, тоже я вспомнил Лила, вчера Туласи Вала описывал, что Господь Чайтанья, он тоже по Харидасу Такуру, он совершил все, как бы, то есть он говорил о важности обрядов, ну, вот этих вот церемоний Шрадхи там, и так далее, которые совершаются по усопшим, да. И он привел пример Господа Чайтанью, который по Харидасу Такуру совершил все необходимые обряды. Но на самом деле в Чайтанья Чаритамрите там говорится, что, ну и мне как бы это не понравилось, потому что это не очень как бы скрупулезно. Потому что в Чайтанья Чаритамрите говорится, что они просто пели киртан, а потом пошли по рядам, и Господь Чайтанья сам лично начал собирать прасад. Вот, у этих торговцев просадом, вот. Но потом ему сразу там накидали, и он, короче, о, стоп, Сварупа Дамодара там прибежал, взял 4 человека, взял корзины, в общем, там они пошли, собрали, вот, и все, и они устроили пир. Вот, они сделали киртан, вот, там же на берегу океана, вот, и, как сказать, и устроили пир. Вот. И это такое было ноу-хау от Господа Чайтаньи. Новый способ проведения церемонии Шрадхи. Понимаете, то есть на благо усопшего. Да. То есть это, а в шастрах там по-другому написано, как это делать. И в шастрах нигде такого нету, что так вот надо, как сказать, поминать и, ну, как бы, как сказать, благословлять, ну, там, и так далее, ну, то есть, чтобы благо было для усопшего, да, то есть, родственника там, или еще кого-то. Но это чисто ввел Господь Чайтанья просто вот от себя лично. Но при этом я потом вспомнил, что по своему отцу Джаганнатха Мишре Господь Чайтанья провел церемонию Шрадху, он отправился в Гаю, да, Гая, по-моему, да, это Вишнупада, там до сих пор индусы все с Индии приезжают, ну, такие, как сказать, строгие последователи вед, которые хотят блага своим ушедшим родственникам там, или еще кому-то, каким-то дорогим им людям, если они ушедшим, они, если они хотят для них, как бы, чтобы благо было, они туда приезжают, там есть брахманы, то есть там очередь даже такая, мы там были когда-то в Сангиртане, или заехали туда преданные, с преданными в это место, и там целая очередь там большая индусов этих похоронных, этих, как бы, ну, людей, которые приезжают, ну, они как бы уже похоронили, но туда приезжают совершить эту церемонию. Ну, вот. И Господь Чайтанья, он отправился туда, и возникает вопрос, а так а как же ж так? Вот, с одной стороны, совершил эту ритуалистичную церемонию, а с другой стороны, нет. Потому что на тот момент, когда Господь Чайтанья отправился, я просто думал, а почему так? И, ну, как бы ответ такой, ну, как бы мне, я как я понял, что на тот момент, когда Господь Чайтанья отправился в Гаю, да, это в Гаю, не в Варанаси, но они там рядом, в Гаю, да, в Гаю. Да, там еще есть Будха Гая, и вот это Гая, где Вишнупада, да, в Гаю, да. Вот. И Господь Чайтанья отправился в Гаю для того, чтобы совершить церемонию по своему ушедшему отцу, тогда еще, когда он не был преданным. То есть он показывал тоже пример всем, как бы, материалистичным людям, то есть, что они должны оказывать почтение
То есть выполняя эти, как сказать, ритуалистичные церемонии. То есть, и мы как бы, мы тоже мы можем видеть, что у нас, как мы, если кто-то там, какой-то родственник у преданных, там, да, или у кого-то кто-то тело оставил, что как мы отмечаем? Пир, да, родственники оплачивают, да, и потом просят преданных, давайте помолимся, и три раза громко крикнем Хари Бол или Хари Кришна. Вот. И все, и прах в Ямуну. Причем вот в соответствии с ведическими, там в Гангу надо, в Гангу именно в этом, в Праяге там надо, да, там, они туда все, тоже индусы все, они именно приезжают в Варанаси, и там вот это вот место, туда все везут пепел, короче, да. А если там еще и, короче, церемонию кремации совершить, то это вообще там типа супер-пупер, да. И там у них такой, ну, целый бизнес, конечно, ну, там, вот они там. И это именно в Гангу надо, потому что это в шастрах именно там есть всякие стихи, в Пуранах, что если вот там вот совершится там вот эта церемония там кремации там или там если пепел там погрузит в Гангу, то там вообще родственники будут просто, ну, вот, и поэтому они все вот как бы туда, ну, вот. Но а преданные они как бы, ну, поехал в Майяпур, высыпал в Гангу, поехал во Вриндаван сначала, высыпал в Ямуну, чтобы не возиться, да. То есть мы особо как бы не привязаны слишком там к этому, потому что мы понимаем, что важно просто вот это вот личное, то есть милость Господа, милость Господа. То есть преданные понимают, что не от ритуала самого по себе зависит, а зависит от милости Господа, и преданные могут к этой милости обращаться, взывать, и Господь как бы, он, то есть это важнее, то есть если мы за кого-то переживаем, если кто-то, мы переживаем за кого-то, если кто-то нам дорог, если как, нам что-то, нас что-то с ним связывает, или мы, ну, как бы, ну, то есть есть какие-то отношения, да, вот хорошие, и мы переживаем за этого искренне, вот это вот важно, искреннее переживание. Вот. И если мы тогда в таком настроении за такого человека молимся, то это Господу, а так как мы практикуем, и мы, у нас есть эта связь с Господом, то это лучше любых церемоний, лучше любых обрядов, понимаете, то есть такая личность, она будет получать благо. Вот если, например, там, ребята, вот эти преданные, которые погибли, вот, на войне, да, то есть я, например, знал там одного своего преданного из Полтавы, Сергей такой, с усами, вот, который Кришнадас, его так, ну, он не дезинфицированный, так просто его называли, вот, на войне там Кришна, вот, и, ну, я его так более-менее, ну, знал, такой хороший преданный, искренний, он начинающий, он только присоединился, так где-то года, может, 3-4 назад он присоединился. Ну, такой очень серьезный такой, нахрена. И вся семья, у него там и супруга, двое детей, ребята, они старше, им 18 лет уже. Они тоже, ну, как бы преданные, практикуют. И очень было действительно жалко, то есть ты переживаешь. И вот это на самом деле, это гораздо важнее, когда за человека, то есть переживают преданные и молятся за него. Ну, то есть, если, например, какая-то церемония Шрадхи, она может возвысить такую душу на высшие планеты, там, или на Петрилоку, например, ну, это в пределах материального мира, это райские планеты, понимаете? А если у нас есть, если есть вайшнавы, и вайшнавы, они молятся Господу за такого, за таких личностей, то тогда они в духовный мир могут вернуться, понимаете? Потому что вайшнавы же, они хотят самое лучшее, да, для тех, за кого они переживают. Родственники там или это, понимаете? Ну, вот. И поэтому и Господь дает самое лучшее. Вот. Поэтому так важна связь с преданным, вот гуру, то есть, да, если, даже если человек, например, конечно, адхикари, он
на материальном уровне находится, в читании Чаритамрити, по мнению Господа Чайтани, он не является даже еще преданным. Господь Чайтани говорит, это тень преданного, Бхактабхас. Но тем не менее, если он сохраняет преданность своему гуру, да, или каким-то вайшнавам, там гуру, дикша гуру, шикша гуру, вот, то есть сохраняет преданность, это значит, он в отношениях, он старается служить, несмотря на то, что он там грехи не пускает, он там это самое, ну, вот, но он старается служить всячески, да, и сохраняет вот эту связь, ну, вот, старается следовать, то это делает его квалифицированным, то есть благодаря этой связи он возвращается в духовный мир, даже если он не обрел эту квалификацию, даже если он не очистился, там, не возвысился до сатвагуны, то есть он в страсти, в невежестве, да, там, вот, но он как бы старается служить и благодаря этому, по милости преданного, вот, как кто там, Рамарупа, да, читал лекцию, когда позавчера, за собаку, да, собака, она там, ну, далеко не в сатвагуне, да, то есть мы можем это понимать, в невежестве все животные находятся, в глубочайшем причем, но она была возвышена, то есть эта личность, которая находилась в теле собаки, вот, она была возвышена до Вайкунхи по милости Шивананда Сены, там говорится, и по милости Господа Чайтани. Но первая была милость Шивананда Сены, там в комментарии Шрила Прабхупада об этом пишет. Поэтому мы делаем на этот, понимаете, на, то есть акцент у нас поставлен на это. Почему? Потому что это круче, понимаете, это выше. Святое имя, то есть методы, да, вот нам нужны методы, как возвыситься, как здесь говорится, что если в этом стихе, который мы прочитали, что если человек получил человеческую форму жизни, то он должен теперь позаботиться о своем дальнейшем развитии. И поэтому и есть много вариантов, понимаете, как развиваться. Есть карма, вот, это тоже она помогает, то есть деятельность какая-то. Мы думаем, ага, надо там ритуалы совершать, надо то, надо это. Ну, то есть там он предписывает, и вы там типа возвышитесь. Да. И это работает. Это не то, что это работает. Есть и гьяна, то есть нужно развивать знания, нужно там от всего отречься, там нужно вот, и ты будешь как бы прогрессировать. Тоже работает. Но есть бхакти. И бхакти, в чем заключается бхакти? Святое имя, воспевание, у нас вот эта вера должна быть у самих понимания, и это мы должны транслировать другим, независимо от того, какой у них уровень. В этом вся фишка, понимаете? Потому что Господь Чайтани, Нитянанда, говорится, они приходят освобождать всех. А ачарьи говорят, да не всех, а кого? А еще самых падших. То есть, чем меньше у вас квалификация, чем вы, короче, там, плохой у вас гороскоп, и там вы такой-сякой, вот, и тем больше они говорят, ну, чтобы мы, понимаете, чтобы мы не накручивали себе. Что, ну, я как бы не природа вот у меня такая, да, поэтому вот мне, как бы, на милость Господа Чайтани Нитянанды, нет, ну, это как бы слишком фанатизм, это как бы, ну, круто сильно, да. Я вот должен там свою вот эту потихоньку там карма, в общем, следовать материальному пути, такому благочестивому, да. И постепенно, вот когда я до сатвы допхну, тогда вот уже как-то вот. А ачарьи говорят, не-не-не-не-не. Вот вы в раджасе, в тамасе, и вот это как раз то, что надо. Понимаете? Вот это, потому что они пришли спасать самых падших. Самые падшие, это же как раз те, кто в раджасе. Только надо, вы должны верить. Да. И вот это вот мы делаем на это ставку. Святое имя, милость Господа Чайтани Нитянанды и вайшнав. И милость вайшнавов. Вайшнав. Да, потому что милость Господа Чайтани Нитянанды следует за милостью именно вайшнавов. То есть вот это вот наше настроение, мы должны в это верить, это то, что в то, что Шрила Прабхупад хочет нас пытается, или не пытается, или уже, то есть он нас в этом убедил. Да, то есть, или убеждает, и кого-то убедил, кого-то убеждает. То есть у нас, вот. И мы должны также
в этом убеждать других. Понимаете? Потому что это работает. Это не то, что это не работает. И чем больше у нас будет такого, то есть тем больше у нас будет людей, которые смогли воспользоваться этой милостью Господа Чайтанья Нитьянанды и они смогут вернуться в духовный мир, вернуться к Богу. А вот этот вот, то есть скепсис, он как бы разъедает и вот эту веру, вот эту милость Господа Чайтанья Нитьянанды. Вот. И это неблагоприятно для нас самих, а потом, когда мы еще это транслируем, это не, ну, будет как бы также отравлять вот этим как бы скептицизмом всех остальных. Поэтому мы как-то, ну, может, немножко так категорично, но мы как бы подчеркиваем вот эту вот эту важность вот этой веры в милость святого имени Господа Чайтанья Нитьянанды и милость Вайшнава. Вот. Потому что это выше. Просто благословение преданных. А благословения, они приходят тогда, когда есть отношения. В отношения надо вкладываться. И все, и мы как бы будем прогрессировать. На каком бы, Шрила Прабхупада объясняет, низком уровне мы ни находились, мы сможем как бы преодолеть. Да. Есть много стихов по этому поводу. Ну, я вспомнил, что как вот, то есть... У меня тут есть просто цитата такая ближайшая. Это история с Саубхари Муни. Я часто уже ее цитировал много раз. Может, кто-то кому еще не слышал. Сейчас быстро найду, я на где-то недалеко. Там же вы знаете эту предысторию, что Саубхари Муни, он находился в Ямуне и медитировал. И потом он там совершил оскорбление Гаруды, вот, и из этого он, увидев мечущих икру рыбок в Ямуне под водой, ему это показалось очень романтичным, и он как бы у него возникло желание жениться и, так сказать, тоже погрузиться в романтику. И он женился в Матхуру пошел, там царь, у него было 50 дочерей, вот, и он женился на всех этих 50 дочерях этого царя. Вот, и потом они там какое-то время наслаждались, потом он отработал это последствия этого оскорбления Гаруды, и в нем опять пробудилось, так он тоже был возвышенной личностью, у него пробудилось опять это настроение отрешенности, йога. И он такой говорит, боже, куда я попал, что я вообще делаю? И он ушел из этой, из дворца и начал практиковать опять йогу и вернулся в духовный мир. И там как бы описывается, а что ж случилось с, ихними, с его женами. И здесь вот это объясняется в этом стихе. Ну, это тут сначала как бы Саубхари Муни. Давайте почитаем. Человек, стремящийся вырваться, это слова Саубхари Муни, это его реализация. Человек, стремящийся вырваться из плена материальной жизни, должен оставить общение с похотливыми людьми и не использовать свои чувства для внешней деятельности, разглядывания, слушания, ведения разговоров, прогулок и прочего. Такому человеку следует всегда оставаться в уединенном месте и держать ум полностью сосредоточенным на лотосных стопах безграничной верховной личности Бога. А если он хочет общаться с кем-то, то ему нужно поддерживать отношения только с теми, кто идет по тому же пути. Понимаете? Вот. Поэтому у нас будет всегда, то есть, как определенная, ну, почему? Потому что если человек идет по какому-то пути, он этот путь хвалит. Понимаете? Поэтому если люди будут идти по пути материального благочестия, ну, кармической деятельности, ведической, да, то есть они будут хвалить этот путь, прославлять, да, то есть и будет возникать конфликт. Поэтому мы прославляем чистое предназначение,
А то остальное, ну, как бы, как вариант, то есть тоже люди могут следовать, то есть если это им, то это лучше, чем пиво пить, да, то есть, или жить как бы на уровне викарма, то есть в Кали-югу люди живут, нету кармы, викарме все. Итак, здесь интересный комментарий. Саубхари Муни, убедившись в этом на собственном опыте, учит нас, что пересечь океан материального бытия может только тот, кто прекратил общаться с похотливыми и алчущими богатство людьми. Тому же учит и Шри Чайтанья Махапрабху. Здесь санскрит мы пропустим. Читание Чандрадайана такая. Тому, кто искренне хочет пересечь океан материальной жизни и бескорыстно служить Господу с трансцендентной любовью, не следует даже смотреть на мужчину или женщину, предающихся чувственным наслаждениям. Это для него хуже, чем добровольно пить яд. Если человек хочет полностью освободиться от такого материальной жизни, он должен встать на путь трансцендентного любовного служения Господу. Ему не следует общаться с вишаей, материалистичными людьми, привязанными к плотским наслаждениям. Все материалисты думают о сексуальных наслаждениях. Поэтому, строго говоря, возвышенный святой человек должен избегать общения с людьми, склонными к материальным удовольствиям. Или он должен давать им общение. Понимаете? То есть так. Так мы можем подтягивать их. Но они для этого должны подтягиваться. Они не должны говорить, а не, ну это, блин, фанатизм. Они должны стараться. Потому что они тоже искренне, у них есть искренность, и они хотят очиститься. Если человек хочет жить в чем-то обществе, то лучше всего, если это будет общество преданных Господа. Движение сознания Кришны открывает множество центров именно для того, чтобы готовить преданных, общаясь с которыми люди сами собой теряли бы интерес к материальной жизни. Понимаете? То есть нам нужно общество, чтобы готовить преданных такого уровня, чтобы, общаясь с которыми, люди сами собой теряли бы интерес к материальной жизни, да, то есть, ну или к чувственным наслаждениям. Хотя это очень высокая цель, да. Шрила Прабхупада говорит, это круто, это не, это очень высокая цель. Но по милости, говорит, Шри Чайтанья Махапрабху, общение с нашими последователями приносит хорошие плоды. Вот, смилость, все, да, это высокая цель, но по милости Господа невозможное становится возможным, потому что он падита павана, пришел спасать самых падших. Общаясь с участниками движения сознания Кришны, принимая прасад и участвуя в пении мантры Хари Кришна, самые обычные люди постепенно достигают заметных успехов в духовной жизни. Саубхари Муни сожалеет о том, что пал жертвой дурного общения, даже находясь под водой. Он потерял власть над чувствами, когда увидел брачные игры двух рыб. Таким образом, даже уединенное место не защитит человека от падения, если он не общается со святыми людьми. А я что-то прочитал этот стих, а я его не хотел читать. Как-то Кришна вдохновил. Я должен был прочитать другой стих. Что ж такое? Там другое, ну продолж, он как бы это ну, как бы предшествующий, но видите, он тоже очень важный. Вот, а следующий там вот именно про жен, его там в следующих стихах объяснялось уже, что случилось с женами Саубхари Муни. Ну, короче, ладно, давайте я своими словами, что-то и так времени уже нету, как всегда. Жены Саубхари Муни, вот я их нашел, вот они. О Махараджа Парикшит, жены Саубхари Муни, наблюдая, как их муж занимается духовной практикой, сила его могущества тоже вошли в духовный мир, подобно тому, как языки пламени исчезают, когда гаснет огонь. В Бхагавадгите сказано, «Стрия ваща садхашу драс», это вот этот известный стих 9 главы Бхагавадгиты, что даже люди низшего происхождения, ваши женщины, шудры могут достичь духовного мира. То есть меня, Господь говорит, если они предадутся мне. Женщины не очень сильны в соблюдении правил духовной жизни. То есть вот они не поднялись, а то есть у них они не сильны, чтобы следовать правилам духовной жизни. Да? То есть они в сатвагуну не поднялись. Однако, если женщине посчастливится выйти замуж за духовно возвышенного человека, ну это не обязательно замуж, то есть
Другими словами, у них есть какое-то общение с духовно возвышенными личностями. Это может быть мужчина или женщина, там, шекша-гуру, дикша-гуру, там, и так далее. Вот, ну, то есть, если у них есть вот это вот общение с духовно возвышенным человеком, и если она будет, всегда будет служить ему, она достигнет того же уровня, что и ее муж. Ну, тут о муже именно говорится, потому что история Саубхари Муни связана. Здесь ясно сказано, что жены Саубхари Муни достигли духовного мира благодаря своему мужу. Они преданно следовали за ним, потому что попали в духовный мир, потому тоже попали в духовный мир, хотя и не были готовы к этому. Они не были готовы к этому. Поэтому женщине следует верно служить своему мужу, и тогда, если ее муж достиг духовного совершенства, она тоже получит возможность войти в духовный мир. Ну, и, кстати, это тоже по поводу к тому, что, ну, как говорят, что так если вы не готовы к духовному миру, что вы там будете делать? Найдутся, что делать. То есть это тоже вариант. То есть так тоже можно. Хорошо, я на этом остановлюсь, потому что я и так затянул. Вопросов уже нету, да, времени. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Нитай Гаура Прананде, Харе Кришна.